Для Александры и Алены новость о том, что они будут тысячной парой округа. Регистрирующий брак с начала года стало приятным сюрпризом за день до самого события. Когда они подают заявление, мы еще не знаем, какая будет по счету пара, потому что некоторые пары не приходят, некоторые передумывают, к сожалению. Поэтому это выясняется только буквально за один день до того, как пары будут регистрировать брак. Торжественная церемония бракосочетания проходила в отделе номер 3 межрайонного управления ЗАГС по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск. Помимо близких, друзей и родственников, ребят пришла поздравить председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова. Это хорошо, что мы в сентябре празднуем тысячную пару. Вот почему? Потому что до окончания года еще далеко. Я думаю, что больше пар захотят расписаться и увеличить нашу статистику. И пойдут в ЗАГС. Советуем да любовь. Несмотря на присущий торжественным церемониям официоз, бракосочетание остается прежде всего трогательным таинством. Церемониймейстер объявляет Александра и Алену Бондарь мужем и женой. Потом слезы счастья и первый супружеский поцелуй. Александра и Алена познакомились и стали красивой парой 5 лет назад. Спустя 2 года отношений ребята приняли судьбоносное решение пожениться. Подготовка к свадьбе заняла немало времени – 3 года, но за этот период их отношения стали еще прочнее. Впереди у молодых отдых в загородном коттедже с родными и близкими, но уже в новом статусе мужа и жены. Мы собираемся уехать за город. Мы арендовали 2 коттеджа. Родные, близкие, друзья. Мне очень хотелось стать его женой. Я об этом мечтала, поэтому мечта исполнилась. Это не одна а есть еще желания, мечты. Тоже хочу вместе с ним ко всему стремиться. Юбилейные молодожены получили поздравления и ценный подарок от главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Мила Тарасевич, Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».